Дошкольное образование имеет очень большое значение для развития детей. Интерес к нему все время возрастает. Педагоги дошкольных образовательных учреждений активно участвуют в традиционном профессиональном конкурсе, получая информацию о новых практиках и нарабатывая опыт. Об этом в нашем следующем репортаже. По итогам заочного тура муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2023 году, который состоял из двух испытаний – интернет-портфолио и визитная карточка, и первого очного этапа определились пятеро лучших конкурсантов. Они продолжили борьбу за звание победителя конкурса в финальных испытаниях. И вот торжественная церемония награждения победителей краевого профессионального конкурса. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко, поблагодарив всех причастных к конкурсу за большой труд, отметил возрастающую роль дошкольного образования. Огромное спасибо вам за ваш труд, за то, что находите время уделять внимание не только своим семьям, но и вот этим нашим маленьким росточкам, которые сегодня у каждого из вас в голове. Я знаю, что многие знаете о проблемах семей больше даже, чем некоторые семьи, что вы вникаете в интеллектуальный труд каждого ребенка. Это говорит об одном, о преданности родному делу. Хочу, чтобы вы несли это святое, доброе, разумное. Нам можно сделать все, главное захотеть. Поэтому желаю вам прежде всего оставаться в профессии, работать на благо и на процветание нашего района, формируйте здоровое поколение наших деток. Авторитетное жюри подвело итоги муниципального этапа краевого конкурса, взяв в расчет результаты всех конкурсных испытаний. Победителем конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2023 году стала Анастасия Ковальчук, музыкальный руководитель 25-го детского сада и станицы Петровской. Призерами Светлана Боталова, инструктор по физической культуре 5-го, и Ольга Сиротенко, воспитатель 10-го детсада. Лауреаты конкурса – Зарина Фидря, воспитатель из 9-го, и Екатерина Пивкина, воспитатель из 17-го детского сада. Всем участникам пожелали новых находок, положительных эмоций от творческой деятельности и успехов в конкурсном движении. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».